Впервые о концепции чистоты внутренней среды человека я задумался в 80-х годах, когда всех вокруг беспокоил вопрос состояния окружающей среды. Было очевидно, если мы не найдем способ остановить процесс загрязнения планеты, она попросту заболеет. В то же время я ощущал, что внутренняя среда человека, его организм, также накапливает мусор. Необходимо остановить процесс загрязнения, чтобы предотвратить ухудшение здоровья. Решением проблемы стала комплексная трехэтапная программа очищения. Большинство детокс-программ направлено на очищение нижней части кишечника. Но ведь токсины скапливаются не только в толстой кишке, они есть во всем организме. Поэтому в первую очередь необходимо вывести токсины из всех органов в толстый кишечник, затем очистить сам кишечник и после приступить к этапу восстановления. Таким образом, комплексная детоксикация организма должна проходить именно в три этапа. Первый этап относительно легкий, ведь все, что требуется, это принимать по одному пакету утром и вечером. В каждом пакете капсулы с необходимыми нутриентами и компонентами, запускающими процесс детоксикации. Для некоторых второй этап может показаться своеобразным испытанием, ведь в течение 4 дней вы не сможете принимать твердую пищу. Соблюдение так называемой жидкой диеты необходимо, чтобы не перегружать кишечник. Ведь именно через кишечник ваш организм очищается от токсинов. Воздерживаться от твердой пищи в этот период не так сложно. Принимая порошок калавада, вы не будете испытывать чувство голода. Чаще всего детоксикация происходит плавно. Большинство из тех, кто проходил курс, не испытывал дискомфорта. На данном этапе мы видим результаты программы. Они становятся дополнительной мотивацией, возможные трудности уходят на второй план. Как правило, результаты первого этапа программы малозаметны. У некоторых людей может слегка болеть голова, причиной чему является интенсивный процесс детоксикации. Но это не должно являться поводом для беспокойства. На втором этапе результаты становятся более очевидными. Могут наблюдаться необычные каловые выделения при дефекации и даже выведение живых паразитов. Цель второго этапа — вывести все токсины, которые накопились в кишечнике. Очищаясь, вы заметите не только внешние, визуальные изменения, но и улучшение состояния здоровья всего организма в целом. Люди, которые раньше часто сталкивались с различными недугами, замечают, что после прохождения программы организм лучше восстанавливается, иммунная система также работает эффективнее. Перегруженный токсинами организм не способен к самовосстановлению. Он борется с другими проблемами, требующими немедленного решения. И только когда организм полностью очищен, иммунитет сможет работать над восстановлением нарушенных процессов системы, сосредоточиться на слабых, истощенных местах. Калавада — это не панацея, но она способна вернуть вашему организму то, что заложено в нем природой — способность к защите и восстановлению здоровья. Часто люди спрашивают меня, будет ли польза от прохождения программы, если я здоров. На мой взгляд, каждому человеку, живущему в современных условиях, будет полезна программа очищения. Вот уже 20 лет, как мы с моей женой Джанет проходим эту программу 2 раза в год или чаще. И мы являемся наглядным доказательством эффективности программы. Мы правильно питаемся, обогащаем пищу биологически активными добавками, и тем не менее, наши результаты сегодня стали более очевидными. На 80-м году жизни мы чувствуем себя здоровыми и бодрыми. Мы не принимаем лекарств и уверены в том, что все это связано с поддержанием здоровья внутренней среды и регулярной очисткой организма. Поэтому мы рекомендуем программу не только тем, чье самочувствие ухудшилось,
но и всем, кто заинтересован в поддержании здоровья. Иными словами, программа полезна каждому. Говоря о чистоте прохождения программы очищения, я всегда вспоминаю слова своей двоюродной бабушки о том, что генеральную уборку дома нужно делать весной и осенью. Соответственно, я рекомендую проходить программу два раза в год. Однако, если уровень загрязненности организма очень высок, то после окончания программы пройдите ее повторно через 4-6 недель. Организму сложно вывести большой объем токсинов за один раз. Если вы поможете ему повторным курсом, результаты будут ощутимо заметнее. А после, для поддержания хорошего самочувствия, проходите программу дважды в год. На старте программы человек может испытывать легкую головную боль, что еще раз доказывает запуск процесса детоксикации. Другой сложностью может стать сильное послабление стула. В программу включена каскара саграда, имеющая слабительные свойства. Одна из задач программы — удалить все отходы из кишечника, так что слабительный эффект является нормальным. В редких случаях при возникновении диареи рекомендуется исключить прием каскара саграды. Несмотря на все это, результаты всегда положительные. Удивительно, что коловада существует уже много лет и все же является одной из самых эффективных программ, состоящих из нескольких этапов. Многие говорят, что пробовали те или иные современные программы очищения, ожидая более впечатляющих результатов, но все же вновь вернулись к коловаде, так как не нашли ничего более эффективного для улучшения состояния организма. Те, кто вновь и вновь возвращаются к нашей программе очищения, являются лучшим доказательством того, что она и по сей день остается выдающейся программой очищения из всех доступных на рынке.